Всем привет, ребята! С вами Юань Нубик в Майнкрафте, и прямо сейчас я бегу на встречу с профессионалом. Он мне обещал показать какого-то супер уникального жителя, который живет вот в этой деревне. Мы договорились встретиться. А, вот и профессионал, привет! О, ну бас, наконец-то ты пришел. У меня только один вопрос. Почему так долго? Ну, немного опоздал, но я зато взял изумруды, как ты и просил. А сколько ты взял изумрудов? 3. Чё так мало? Это фигня полная. Ты чё, нищий, что ли? У меня только 3 изумруда, чё пристал. Давай показывай жителя. О, ну и ладно, сейчас я тебе покажу этого жителя. Вот он здесь находится, он всегда стоит на одном месте. Ага, и... Можешь с ним поторговать. Он не хочет со мной торговать, слышишь? Может, потому что ты нубас дурацкий. Ну, может быть, ему кинуть надо? Дай изумруд, слышь? О, все. Нет, стойный какой-то житель, слышь, я не хочу с ним... О, не понял! Нифига себе! Этот житель меня куда-то телепортировал. О, профессионал. О, здорово, Нубас, ты попался в мою ловушку. Какую твою ловушку? Чё это за карта из изумруда вся? О, помнишь, ты меня заманил на самую нубскую карту? А я тебя заманил на этот раз на самую профессиональную карту, которую построили жители. А, это тот житель ее построил? Да, вообще, он крутой, и эта карта намного лучше той, что мы в прошлый раз проходили, понял, да? Опять карты проходить, ну ладно, вот бочка какая-то. Ну ты дурак, что ли, совсем? Тебя жизнь ничему не учит. А чё, он здесь тоже кучу троллинг-ловушек, что ли, поместил? Да, конечно, здесь троллинг-ловушки, Нубас. И как нам проходить? Ладно, давай вот отсюда откроем. О, видал? Да, смотри, там какой-то секретный проход. Опа, ха-ха-ха. Так, смотри, сейчас тоже... О, аккуратно. Я ни в одну ловушку сегодня не попадусь, ага. Не понял, что случилось? Лошара упал в самую банальную ловушку, просто в яму. Я вообще ничего не видел, но я тоже не знаю, какие здесь троллинги на самом-то деле. Блин, смотри, там целая полоса гигантская, мы ее проходить час будем. Вот это жесть, конечно. Интересно, какая карта будет сложнее? Ой, посмотрим, посмотрим, что этот житель... Так, тут бочка, и тут... Изумруд, я не хочу его брать, слышь, мне кажется, мы проиграем. Интересно, а я возьму, он вообще так светится прикольно. Да... не понял, блин! Я же сказал, не надо было брать его. О, да я тебя затроллить хотел. Ты дурак, что ли, совсем ненормальный? Почему у нас опять одна жизнь на двоих? Вообще нечестно, я не хочу с тобой делить ничего. Я тоже, ладно, погнали тогда. Ой, да блин, я сам упал, пипец просто. А что ты туда прыгаешь? Может, это вообще неправильный путь, там изумруд нас уничтожает сразу. Я не знаю, а что делать тогда, тут ничего нету. Минутку внимания. Я сейчас нахожусь вот в этом футуристичном городе, Атомвиль, для того, чтобы рассказать о конкурсе на постройку электромобиля будущего, который тут проходит. А главным призом в этом конкурсе будет уникальный NFT. Вот, кстати, и он. Его потом можно будет обменять на настоящий электромобиль. Конкурс проводит Атом, российский бренд, который создает не просто электромобиль, потому что это модно, они готовят современное решение для нас с вами. Совсем скоро мир автомобилей с непонятными техническими характеристиками изменится, и мы будем онлайн даже во время движения. В Майнкрафте они создали сервер, на котором игроки могут принять участие в конкурсе на видение электромобиля будущего, а также поиграть в мини-игры или пройти квест с заданиями. А сейчас покажу вам мой электромобиль. Он компактный, в минималистичном стиле, но не думайте, что все так просто. Внутри я установил кучу гаджетов. И теперь обо всем по порядку. Моя любимая функция — дополненной реальности. Во-первых, машина помогает водителю и подсказывает дорогу. Не нужно скачивать навигатор и голосового помощника, подключать телефон. На лобовом стекле автомобиля будут автоматически появляться красные стрелки, если рядом, например, яма. Или нужно поворачивать, чтобы не уйти с маршрута. То есть это тот же навигатор, но намного инновационнее. А вот здесь, в нескольких местах, я решил построить беспроводную зарядку для телефона. Сейчас очень бесит, что нужно протягивать провод к водителю, чтобы зарядить телефон. А тут, в задних сиденьях, у меня экраны, на которых можно посмотреть видео, поиграть в игры или настроить климат-контроль. Места у пассажиров, кстати, очень много внутри. Если не хочется играть, то наверху автомобиля расположено стекло с дополненной реальностью. Пассажиры могут выбрать фон в виде трансляции солнечной системы, ну или аквариум с рыбками установить. Но самая крутая функция для меня — машина трансформируется в полноценное спальное место по одному нажатию кнопки, что я считаю идеальным для тех, кто любит путешествовать. И вообще, машина с таким наполнением может быть полноценной капсулой для отдыха или вообще жильем. В общем, тоже принимайте участие в конкурсе, он проходит до 23 января. Переходите по ссылке в описании, заходите в креативную фабрику, проявите фантазию и получите электромобиль Атом.
О, смотри, я нашел! Смотри! Нифига себе, тут барьер, серьезно, все так просто. А, наконец-то мы прошли. Ты кто такой вообще, не понял? Не отстань, понял. Уйди, не трогай житель меня. Какой-то, он злой 100%, профессионал, убегает от него. Нет, блин, пипец, а как выбраться оттуда? Не понял, ладно, пойдем посмотрим еще раз туда. Да ты дурак, что ли, совсем, мне ты надоело уже. Да ты надоел, можешь отходить сразу от этой дыры? С удовольствием. Так, прыгаю, профессионал. Опа, аккуратно. Ой, ты куда? Я в блоке застрял, ты что такое? О, тут потайной проход. В натуре. О, тут еще одна ловушка. Ну, давай, упади в эту ловушку. Не, никогда в жизни, ну бас. Так, ух ты. Кнопка. Опять бочка. Я не хочу бочку нажимать. Нормально. Опа, тут ключ какой-то. Я взял ключ, слышь? Куда я телепортировался? Куда ты телепортировался, профессионал? Я не знаю, нажми на кнопку, ты вернешься назад. А, ну все, у нас есть ключ, получается. Этим ключом мы жителя должны уничтожить, походу. Не знаю, мне кажется, это вряд ли. Ну давай попробуем. Ну-ка, дурацкий житель, давай, иди сюда. Получай! Не, что-то не получается как-то. Выкини ключ. На, лошара! Нет, он не хочет брать его. Не работает! Вот в лаву его замани. В лаву, давай, иду в лаву. Иди сюда, лошара, получай. Давай, скидывай его. Блин, он бессмертный профессионал. О, все. А, нет, нифига не все. Он нас обманул. Он затроллил, блин. Ну, ладно, это получается неправильно. Но ключ 100% нам нужен для чего-то. Да-да-да. Да ты дурак, ты надоело ты делать. Ты надоел вставать под яму, профессионал. Отойди уже, наконец. Так, ну я снова здесь, взял ключ, телепортировался. Давай быстрее, ну бас. А что делать вообще, я понятия не имею. Не знаю, может быть попробовать как-то вот эту бочку открыть, когда мы будем на этой территории. Я не знаю, я уже... Он уже здесь, Тубас, быстрее придумай что-нибудь, пожалуйста. Бегай, профессионал от него я... О, да, реально сработало, слышь, тут какой-то... Что такое? Изумруд появился, сейчас скину в него. На, лошара. О! О! Не понял. Не понял, нас наковальня сломала. Там наковальня сразу спавнится, когда мы уничтожаем жителя, понял? Нам нужно быть дальше. Окей, ну хотя бы мы поняли, что делать. Давай еще раз. Да, это было неожиданно. Все, ключ у меня, давай, ну бас. Давай, я его на себя беру, а ты там это все делай, короче. Оп! Да-да-да. Погнали сразу в конец тогда, вот сюда. Давай, кидай. Ну-ка. О, наковальни. Отлично, мы выжили. Правда, там какая-то штука была, мы ее не забрали. В смысле, где? Там с него кнопка выпала, мне кажется, мы проиграли, профессионал. Да не, мы по-любому выиграли. Вот написано сюда идти. Да конечно, в лаву что ли прыгать не надо? Да я ключ туда сейчас выкину. Нет! Зачем ты выкинул ключ, блин, дурак что ли? Я не знаю, я пошел, нет, там ничего нету, ну бас! Выбирайся, может быть тут тоже блок какой-нибудь невидимый есть. Ну, ничего здесь нету, походу, мы проиграли опять. А может быть надо уничтожиться в или вот изумруд скопать? А нет, не вариант. Прощай, Нубас. Пока. Давай, теперь я попробую активировать, а ты отвлеки его. Давай, дурацкий житель, сейчас мы тебя точно пройдем. Так, давай, бежим сюда. Бросаю. Кнопку подбирай, подобрал. Ух ты, вот это тебе повезло, конечно. Все, теперь у нас изумрудная кнопка и ключ. И что с ней делать вообще? Не знаю, ну в лаву, наверное, не надо бросать. Ну да, вот этот изумруд, может быть, сюда ее поставить? Давай, о! Ну-ка. О, нифига себе, как это случилось? Он переместился, ну-ка. О, смотри, что-то сработало, но я не хочу доживать, мне страшно. Я хочу! Куда меня телепортировал? А я! Да опять меня! Давай, нажми еще раз. Ну давай, работай! О, отлично! Паркур опять! О, паркур, ну все, сейчас мы тут на час застрянем. Нет, аккуратно, ну бас, я так и знал, блин! Мы хотя бы выжили. Тут молнии, что ли, ударяют? Да-да-да, на этот блок нельзя наступать. Ладно, давай на это, так. Аккуратно, главное, сейчас медленно. Лава опять появится, и мы опять проиграем. Так что давай я дальше. Опа! Медленно, ну бас, не спеши, никуда не спеши, главное. Сейчас что-то сверху свалится. Не-не-не, все нормально. Опа! Не, смотри, нормально, походу это без троллингов паркур можем проходить спокойно. Не, ну бас, аккуратно, отвечаю тебе, не двигайся. В смысле, не двигайся, все нормально. О, куда меня? Понесло, профессионал. Меня подкинуло, но я приземлился на батуты. А, тут лава. А нет, вода, слышь. Прощай, ну бас. Не, я живой, профессионал. Тут вообще какая-то фигня происходит непонятная. Меня тоже подкинуло, короче. В воду прыгай ко мне. Нет, ну бас, мы проиграли. Я увидел воронку, там нужно было ключ кинуть, походу. Не, смотри, тут две кнопки. Вот, одна невидимая, а вторая видимая. Ладно. Да так и знал, что нужно было нажимать, ты все из-за тебя. Вот, ну бас, смотри, воронка, про которую я говорил, сюда надо ключ кинуть. И ты доверяешь этой фигне, это 100% троллинг.
Ну у нас же есть ключ, а что с ним еще делать? Ну смотри, это на твоей совести будет. Опа. Я ж сказал! Да в смысле, почему так? Теперь просто следуй моей тактике, я все уже понял про себя. Конечно, конечно, ладно. Сейчас меня подкинет, и все будет хорошо. Сейчас я тебя столкну вообще, лошара, понял? Ты че, иди отсюда! Нифига, сейчас меня подкинет вообще, понял? Что такое? Ну, потому что дальше нужно проходить, понял? Ой, блин, не надо. Понятно. Ну опять все из-за тебя, ты меня не послушал, профессионал. Да я вообще ничего не делал. Все, отойди от меня, меня подкинет сейчас и до свидания. Ага, или меня. Ну-ка. Давай посмотрим, кого подкинет. Никого, походу, не подкинет. О, нифига себе, я полетел, лошара. А, да ты не знаешь куда. О! Я узнал зато. А меня не хотят подбрасывать, профессионал. О, отлично, я сейчас тоже приземлюсь, жди меня. Ага, давай, ну бас, бомбочка. Все, как я и говорил, нужно нажимать скрытую кнопку. Оп, да. Отлично. Ну да, это же изумрудная карта, поэтому нужно нажимать на изумруды. Да, только тут аккуратней, 100% ловушек дофигища. Вот еще кнопка. Я не хочу ничего. Так, я не хочу сюда нажимать теперь. Я тоже не хочу. Я и сундук тоже не буду открывать, ну его нафиг. А я... Слушай, а вот сюда, по-моему, нам сюда, как думаешь? Вот не знаю. Ну ладно, давай я сундук, может, открою. Я рискну, профессионал. Нет! Помогите, пожалуйста! О, я жив! Нет! Там бездна, ну баз! Ты куда попал? Ладно, я заодно... Открой сундук, попробуй. Сундук заперт, тут, походу, ключ нужен, который у тебя. О, отлично, ну сейчас дойдем. О, я что-то открыл. Я какую-то секретную дверь открыл. Короче, табличка, кнопка ничего не уничтожает, так что можешь нажимать. Так, ну и что с ключом делать? Смотри, короче, можем активировать кнопку, а потом нужно активировать сундук. Тут, короче, он заперт. Ну окей, открылся. О, нифига себе, тут опять изумруд какой-то. Где я? А я профессионал. О, прощай, ну бас, сейчас я тут все пройду. Ну, нечестно. Сейчас я начну без тебя проходить. Все, меня тоже телепортировал. Давай, проходи. Отлично, сейчас приду. В смысле? Тут надо запомнить было дорогу, я не помню. Ну я вначале запомнил, ну а дальше я... Аккуратно, вот, блин! Нет, блин! Надо вначале запомнить, а потом уже проходить. Короче, просто запоминаем этот рисунок и проходим по-быстрому. Окей, я включаю свой профессиональный разум, и я все запомнил. Да, конечно, ничего не запомнил. А я зато лайфхак нашел. Можно вот сюда сразу перепрыгнуть и не проходить начало. Думаешь, нас не уничтожат? Ты что сделал? Я все забыл! Да ты как так забыл-то быстро? Мы только начали. Ну ладно, дай мне перепрыгнуть. Фух, сработало так. Давай, вот теперь налево, это я помню точно. Да, по-моему, вот сюда, а дальше куда, блин? А дальше вот ты сам давай, я лайфхак придумал, дальше вторая половина с тебя. Вроде бы вот здесь поворот, фух, угадал, я вообще крутой. А вот ты, Миша, угадал, а не вспомнил. Не-не-не, вот здесь я точно помню, так. И вот и здесь направо. Да, и... это я сам помню. А последний поворот где-то... я не помню, ну, не бас, помнишь, по-моему... ну, тогда перепрыгивай, о! Угадал, я крутой, все, мы нормально. Дошли. Нормально, паркур, ну, вот это уже мое испытание, аккуратно, сейчас пройду. Аккуратно, ну, бас, пожалуйста. О, ничего себе, блоки меняются. Ты как выжил, вот это да! Я сам не понял, короче, прыгай на середину между двух блоков, тогда точно выживешь. Ага, а дальше, думаешь, тоже поменяется? Ну, наверное, так же. Попробуй налево, фух, отлично, красава. Да, теперь опять на середине. Ну это нормальный уже. Ну и в воду я не хочу прыгать, это 100%. Не, я тоже не хочу. Лава какая-нибудь окажется потом. Я тогда прыгну вот сюда. Оп, отлично, я живой. А я вот сюда. Не, ну нафиг эту лаву. Мне кажется, по красным блокам нельзя ходить. А мне кажется, можно. Давай, проверь. Сейчас опять все сначала будем. Нет! Ну, как я и сказал. Не знаю, может быть, все-таки в воду попробовать прыгнуть? Ой, я не знаю, ну бас, давай я тебе помогу. Пошел. Нормально. Ну, она просто испарилась. Ну ладно, что тогда? На зеленые блоки пойдешь, умник, дурак. Конечно, нужно на зеленый наступать. Вот. Ой! Я так и знал, и что делать? Короче, мне кажется, эти заборы не просто так тут стоят. Возможно, по ним нужно паркурить. Да, по-любому. Только как допрыгнуть на эти заборы изумрудные? Ну, они вообще очень далеко. Ну-ка, отойди на соседний блок. Я сейчас разгон возьму. Давай, так, оп, бас. Оп, ну-ка. О, да. Получилось, опа, о, я смог, наконец-то, хоть когда-то у тебя получилось, опа, да ты опа, офигел, ты сейчас сам упадешь, понял, да, нет, да, взял, упал, да, как так, надоел ты уже падать, профессионал, я не знаю,
Все, я прошел. Давай, не подведи. Давай. О, фух, отлично. Наконец-то. Так, тут дом какой-то. Дверь, о. Ну, ладно. Опа! Давай. Ты что, офигел? Это ты офигел. О, житель. О, поговори с владельцем магазина! Смысле? Поговорил. Походу, к нему вообще нельзя подходить. Да ты что, серьезно, что ли? Да, так, ладно, бочку я тоже открывать не буду. Ну, я тоже не особо хочу. И куда тогда? Тут некуда. Вот можно по бочку, может быть, на коврик этот прыгнуть? Ну, не знаю, мне кажется, не лучшая идея. Ладно, я просто прыгну. Смотри, ну, Бас, видишь, что тут изумруды какие-то другие? А, ну да, они темные какие-то. Это секретный проход по-любому. Не, нифига не секретный проход. Ну, отлично, профессионал, все, ты в ловушке. Это дверь, оказывается, вот это прикол. Ты как так сделал? Ну-ка, все. Наконец-то я угадал. Хоть какая-то польза от тебя. Тут кнопка, но я боюсь ее нажимать. А я не боюсь, зато... А, да! Не понял! Ну, хорошо. Ну, раз на кнопку нельзя нажимать, значит, что-то потайное опять здесь, наверное. Возможно. Тут вообще ничего нет. Может быть, барьеры вместо лавы? Не знаю, нажимай просто везде, где только можно. Нажимай, мышкой. Может, в лаву прыгнуть? Нет, не надо в лаву прыгать! Конечно, не надо. Что, сумасшедший, что ли? О! Ты где? Как ты здесь оказался? Я не знаю, я в край, короче, нажал лавы, и мы телепортировались. Ну, босс, у тебя тотем на голове. А, у тебя тоже лошара. О, вот это прикол, конечно. И что с ним делать? Не знаю, наверное, пригодится. Я его оставлю. Так, тут какие-то... Проход? Нет! Куда я свалился? Там ловушка, ты видел? Ловушка с жителями. Ну, короче, я понял. Вот на эти заборчики тоже нельзя нажимать. Почему я постоянно все проверяю, а не ты? Я не знаю, ты какой-то ненормальный. Там вон уже конец. О, мы реально почти прошли. Ладно, тут, походу, что-то найти реально надо. Смотри, тут опять блок отличается. Не знаю, обычный, по-моему, как ты это вообще понял? Вообще-то он необычный. Ладно, прыгаем. Ладно, пойдем. Так, аккуратно тут. Так, на шифте самое главное. А, я так и знал. Конечно, это было легко догадаться. Опа, да. Прыгаем и куда? О, меня подняло наверх, отлично, мы прошли. Так, а теперь, да, конечно, вот такая простая дорожка до конца у нас будет, не верю. Да, я тоже не верю. Ладно, она по-любому вот здесь начинается. Нет. Не, ну можно попробовать на шифте, вот так аккуратно. А это что такое, ты это видишь? Ага, опа. Да. Появляется и пропадает почему-то. Она пропала. Может, это время наше на прохождение? Не знаю, странно. Ну ладно, вроде пока идем нормально. Ну сейчас точно... О, она опять появилась. Стой! Все нормально. Ну, мне кажется, мы сейчас прыгнем, и там тоже ничего не будет. Попробуй прыгнуть на край, может быть. Давай. Опа! Работает. Не, нормально. Все, окей, ладно. Отлично. Так, идем. Может быть, сразу здесь? Хотя, может быть, здесь барьеры будут? Ой, я не знаю, ну я бы проверил, кстати. Не, лучше не надо, пойдем по нормальной дорожке. Ну-ка. Так, тихо. Я на последнем блоке упадешь 100%. О, тут реально ни одной ловушки, что-то это как-то очень странно. Очень подозрительно. Ага, финиш, конечно, не верю нифига. Я не буду сюда нажимать никогда в жизни. Тыкаем, ну бас, ищем проходы секретные. Давай искать, может быть, даже за пределами что-то будет, какая-нибудь кнопка. Слушай, ну реально, походу, туда надо. А, смотри, во-во-во, смотри, тут проход. А, что так просто все? Да я не верю вообще ни разу. Не, это 100% тоже не конец карты. Может, это здесь слишком легко. Дверь какую-нибудь, дверь ищи, профессионал, 100%. Да, как в прошлый раз дверь была. Не, что-то я ничего не нахожу. Ой, мы с тобой глупые, походу, какие-то. Может быть, сзади карты вообще где-нибудь? Да, только как туда попасть? А никак, тут все закрыто. Блин, реально все закрыто, пипец просто. Ну не, нажимать вообще не вариант, профессионал. Да, я не хочу все заново проходить, мне это надоело уже. Мне тоже. О! А, чё? Нет, сюда тоже нельзя. А зачем нам тогда эти тотемы нужны, я понять не могу. А, реально, может быть нам реально специально нужно было туда упасть, поэтому ловушек там особо не было. А как, туда теперь не вернуться? Не-не, о, смотри, опа, возможно. Можно, что ли, нифига ну, себе. Ну, ты паркурить не умеешь, ты не вернешься. Я вернусь, опа! Давай, лошара, прощай! Я еще не готов, Да, это конец. Я уничтожился, в смысле? А у меня написано спасибо за игру, то есть ты... Я тоже видел. Ты не прошел, профессионал. В смысле? Я так же, как и ты, прыгнул с тотемом, я выиграл, понял? Нет, я один выиграл, а ты проиграл. Нифига подобного, сейчас я еще раз пройду и выиграю. Ну давай. Короче, мы опять всю карту прошли из-за профессионала, который не прошел. И теперь на раз, два, три прыгнем, готов? Давай. Раз, два, три.
Опа! Ну, как... Ага, отлично! Я выжил. Да, все, вот теперь мы оба прошли карту. Отлично. Я даже не знаю, что было тяжелее, земляная карта или это. Ну, изумрудная по-любому круче, потому что она профессиональная. Ну, не знаю, земляная тоже вообще-то сложная была очень. Я, ну, бас дурацкий построил. Ну, ладно, в любом случае это было интересно. Да, это было прикольно. В общем, на этом тогда будем заканчивать, да? Да. С вами были мы, Нубик и Профессионал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока!